Постоянное взаимодействие работников госаппарата с рядовыми гражданами – первостепенная задача, особенно в наше время, век информационных технологий, когда каждый день в той или иной сфере появляются определенные нововведения. Когда в нашей с вами повседневной жизни возникают сложности, которые мы сами решить не можем, в силу недостаточных полномочий, самое время обратиться к тем, у кого эти полномочия есть. Ну а власти, в свою очередь, обязаны держать руку на пульсе, что они и делают. Так, депутаты фракции «Единая Россия» ежемесячно проводят встречи с жителями с целью выявить основные проблемы, волнующие наших граждан, и, конечно, помочь найти выход из трудных ситуаций. На этот раз прием жителей прошел в деревне Огуднево. Как и всегда, жители волновали самые разнообразные вопросы. Некоторые из них решились уже прямо на встрече. Вы знаете, что очень приятно? Вот пришел, допустим, человек пенсионного возраста, у которого не хватает средств на закупку дров. И тут же наш однопартийц, который работает, он сказал: «Вы знаете, я вам помогу и обеспечу вас дровами». И мы надеемся, что это будет действительно так. Основные темы, с которыми жители обратились к депутатам, касались вопросов землепользования, сбора и вывоза мусора, образования и здравоохранения. Есть, конечно, вопросы, проблемы, вопросы по мусору, но они сейчас на всей территории Московской области возникают. Ну, нам ничего не остается, кроме как пытаться решать эти вопросы и совместными усилиями идти к поставленным целям. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».